Приветствую вас. Смотрите, в первую очередь хочу сказать, что вы не дописали свой вопрос. То есть, ну, осталось некоторое недосказанность, да? Вот. Вполне вероятно, что вы хотели бы дописать, вот, ну, добавить больше информации, скажем так. Вот поэтому, если это правда, ну, то есть, если вы, ну, если вы действительно хотите добавить информации, вот, то добавьте, пожалуйста, вот, чтобы можно было, ну, большим количеством данных владеть. Вот. Это первое, на что я хотел бы обратить ваше внимание. А второе. Второй момент достаточно важный, он заключается в том, что если вы уезжаете, ну, в другой город, то есть нет ничего криминального в том, что вы едете в другой город. Момент в том, что желательно, вот крайне желательно, чтобы были четкие временные рамки. Чтобы были четкие временные рамки того, сколько вы будете на расстоянии. Потому что если этих рамок нет, четких рамок нет, сколько вы будете на расстоянии, это может очень сильно деморализовывать, очень сильно демотивировать. К сожалению. Поэтому это первый момент. Второй момент. Есть люди, которые, ну, в принципе, не могут общаться на расстояние. Есть люди, которые, в принципе, не могут взаимодействовать по переписке. То есть это люди, которые, ну, максимально хорошо взаимодействуют только вживую. Хорошо это или плохо, да, мы сейчас не берем, мы сейчас не говорим об этом, мы сейчас не говорим, насколько это хорошо или плохо, да, вот, мы сейчас просто говорим, вот, как есть, что вот объективно, ну, вот, такая ситуация бывает. Бывает такая история, когда человек, в принципе, не может общаться на расстоянии, к сожалению. Вот. Такие люди, они просто обладают, ну, своими особенностями и, в принципе, все. Вот. Поэтому здесь вопрос. Знаете, скорее в том,
Может ли ваш молодой человек общаться с вами так, как вам хотелось бы, например? Потому что если он не может общаться с вами так, как вам хочется, то требовать от него этого, ну, мягко говоря, некорректно. Вот. То есть требовать от него, чтобы он общался с вами вот так, как вам хотелось бы, например, чтобы он общался, да? При том, что он этого сделать не может. Это вот такой момент. Дальше. Важно понимать, что вы сами чувствуете. Вот. Важно понимать, что вы сами ощущаете. Важно понимать, что вы сами, ну, испытываете, скажем так. То есть, чем вас беспокоит то, что он вам меньше пишет, это страх, что он вас бросит, страх одиночества, неуверенность в себе, может быть, ревность, может быть, там какие-то еще моменты. Вот, то есть это нужно разобрать в любом случае, да, чтобы не решать проблемы, ну вот, в частности, да, не решать проблемы. Свои за счет мужчин, за счет, ну, человек, что было бы, наверное, не совсем этично, не совсем гуманно по отношению к вашему молодому человеку. Вот. Это такой аспект. Конечно, если вы в себе не уверены, конечно, если вы в себе сомневаетесь, конечно, если у вас есть некоторая тревожность, вот, то, естественно, что ее оставлять, ну, не надо. И, естественно, что с ней нужно работать. Вот, работать достаточно серьезно, иначе это может разрушить ваши отношения с мужчиной. Вот. И то, что вы на расстоянии, как бы ситуацию, к сожалению, скорее усугубляет, нежели чем это на пользу идет вам. Вот. Поэтому это достаточно важно учитывать. Достаточно важно отдавать себе в этом, ну, отчет. Достаточно важно отдавать себе отчет, вот, в том, что происходит. И достаточно важно учитывать вот, ну, вот эти компоненты, о которых я говорю. Вот. А следующее, на что важно обратить внимание, это не выяснять отношения со своим партнером на расстоянии. Именно не выяснять отношения. Ни в коем случае.
Все выяснения отношений ни к чему хорошему не приведут. На расстоянии ничего не решат, а лишь только усугубят ваши, ну, ваши проблемы. Вот, поэтому именно на расстоянии рекомендуется не обострять общение, да, вот, стараться общаться исключительно, ну, обходя вопросы отношений, потому что, ну, все равно вы не выясните их, я имею в виду отношения, вы все равно не сможете выяснить на расстоянии, потому что, ну, вы не вместе, да, и как бы это маловероятно, маловозможно что-то выяснить, вот. А вот нервов потребуется себе достаточно много, вот. Поэтому вот этот момент я прошу вас учитывать, да, то есть я не запрещаю вам что-то говорить о своих чувствах, в принципе, можно и нужно. Но именно вот что просто нужно держать в голове, стараться держать в голове, что выяснение отношений ничего хорошего не даст. Вот. И как бы если у вас есть трудности, то их нужно решать самостоятельно. От мужчины это не зависит. Вот. Ну, скорее всего, это не зависит от мужчины. То есть, скорее всего, проблематика здесь, ну, она несколько в другом, скорее всего, проблематика здесь именно в вас, проблематика здесь именно вот, в том, как вы, ну, как вы сами реагируете на поведение мужчины, вот, и также достаточно важным моментом является тот факт, что в отношениях на расстоянии очень много всегда недосказанности, очень много всегда разночтений, и это, в принципе, может влиять на взаимодействие. Много достаточно факторов могут влиять на взаимодействие, поэтому вот именно без четкого понимания, когда вы будете вместе, ну вот, сложно. Вот. Да, вы тревожитесь, я понимаю вас, я понимаю, что вы тревожитесь, я понимаю это. И вам можно помочь, можно помочь, чтобы вы не тревожились, но для этого нужна работа, для этого нужна психотерапия, вот, без психотерапии, в общем, довольно сложно будет решить ваши проблемы, потому что, ну, нужно, чтобы вы вот, знаете как, чтобы вы выразили, высказались, выплеснули свой негатив, который у вас может быть, вот, возможно, какая-то агрессия накопилась за вот это вот время, вот, чтобы, ну, на расстоянии, например. Вот, то есть вариантов здесь достаточно много. Вот. Ну, повторюсь, наверное, что
экстраординарного и страшного ничего не происходит. Вот. Но нужно как бы ну, ответственно пройти к этому вопросу, вот, и не усугубить положение. Вот это очень важно. Вот. А если давить на человека, особенно если человек в принципе, да, не может, ну, не может общаться так, как вы хотите, то это будет восприниматься как, ну, своего рода манипуляция, вот, что мной манипулируют для того, чтобы, значит, потом там объяснить, почему со мной хотят расстаться, ну, например, я не говорю, что это 100%, вот так, но как вариант, один из вариантов. Вот, такой вот момент, так я могу вам ответить, вот, на вопрос, ну, точнее, вот, вы вопрос свой, в принципе, не задали, вот, до конца, поэтому можно сказать, что я отвечаю не на вопрос как таковой, а на текст вопроса вашего. Вот, но тем не менее. Вот, давайте, наверное, на этом тогда пока закончим. Вот, допишите свой вопрос, если вам есть что добавить, если вам есть что сказать, вот, если вам есть что дополнить, вот, добавьте информации, вот, можно это сделать разными способами, вот, выбирайте вам удобный, ну, выбирайте наиболее удобный вам и только вам способ, вот, соответственно, дальше уже смотреть. Вот, ну, наверное, мне хотелось бы сказать только в заключение, что очень важно отдавать себе отчет, на что вы направлены, нацелены. То есть вы можете быть нацелены на себя в этом, ну вот, в том, что происходит. Вы можете быть нацелены на мужчину. Если вы нацелены на мужчину, это всегда почувствуется, всегда ощущается, что вы нацелены на мужчину. Если вы нацелены на себя, это тоже всегда чувствуется, всегда ощущается. И человек, если почувствует, что не на него нацелены, может воспринять довольно агрессивно то, что вы захотите ему сказать. На этом все, я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго.